Го со мной. Не, бро, я в шахматы порублю. Порублю по два. Так, здесь мы... Можно на Твиче заказывать треки, ребят, помните. Если вы видите сцену, то... Ну так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Сейчас кого-нибудь быстренько отшпачем. Или нас отшпачат. Сейчас будем просто давить комбинации. А он хочет русскую партию. Не, братан. У меня другие планы. Сразу D4 поактивней. Хорошо, давай. D4 поактивней. Тут вроде ничего. Ребят, напишите, видно вам происходящее? Или же нет? Какой-то веке шахматы от краба приехали. И благодаря, все это благодаря Шамблеру. Он у нас молодец, огурец. Так. Конь централизован, уже как-то слона вывести. Может быть, вообще король h1 и f4 сыграть. Король h1 и f4, и f5. Просто попереть на него. И вот там уже, может даже f5 задвинуть. Коня. Коня просрал. Еще одна вилка. Ё-моё, вот все поиграно. Ну, потому что сначала думаю, сначала делаю, потом думаю. Ладно. Может быть, как-нибудь сейчас все-таки его здесь. У нас два слона все-таки. Да, уже проблемы, ребят, уже проблемы. Ну, без фигур тут что-то вообще поиграно все. Без фигуры поиграно все. Ну сейчас вкатимся, ребят. Тут что-то считал полчаса. Все очевидно, я просто даже развиться не успел. Сейчас буду что-нибудь придумывать. Чисто на время играть, хотя гандикап хороший. Так. Ну, здесь надо бить. Здесь надо вязать.
Взял. Тогда он здесь возьмет. А если тут возьму ладьей, то он возьмет так. Так, как же быть-то, а? Тут какая-то перегрузочка должна возникнуть. Давайте так, для начала. Напали сразу на две. А, давай сейчас еще камеру поправим, точно. Напали сразу на e5 и на h6. Ну такое, конечно, все. Конь связан. Пока закручиваю что-то. Но без фигуры, конечно. Был бы у меня где-нибудь конь, стоя он где-нибудь на хорошем поле, все было бы по-другому. Но пока у меня все ладьи в бою, у него ладья а8 не играет, и, возможно, мне хватит времени. Так, что он хочет сыграть? Ну, попробую там как-то. Сейчас угрожает слон А6. Ага. Слон А6. Сюда еще на одну пешку напал. Когда эти пешки заберу. Я сейчас напал на слона, кстати, чтобы вы еще видели. На слона и на пешку. Если я заберу сейчас две пешки, то конь всерьез зависнет. Зависла, коромысла. Шахов нет, король предусмотрительно на g1. Ой, на h1. А что? Шансы еще есть. Шансы еще есть. Там где-то на h6 не может пройти жертва. Наверное, нет. Задумался всерьез наш противник. Так, ну куда? Нужно что-то отходить как-то слоном куда-то. Куда отходить слоном? Сюда. Так, у нас есть время подумать. Вот мы сейчас будем. А, ну все правильно. Мы взяли пешку. И, соответственно, конь завис. Конь завис, ребята. Сейчас мы тут все отыграем. Внезапно. Так. 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 Не понял. Какая-то гениальная комбинация алехинская. Парень не выдержал и разразился гениальной алехинской комбинацией. Вот так, ребят. Мы проиграли фигуру в начале игры и выиграли партию. Сейчас приду. Шахматы, это вам не это. Стоп, сейчас запустим, ребят. Можно заказывать песню на Твиче, если вдруг что. У меня в описании канала на ГГ. Сейчас будем под песнеров следующую партию играть. Алло. Здравствуйте, да.
Да. Что? Да, я подъеду обязательно, конечно, я увидел. Постараюсь на этой неделе к вам подъехать. У вас пятидневка? Выходные. Смотрите, либо на этой неделе, либо уже на крайний случай. Да, понятно, понятно. Я просто живу в Ростове, вот в чем весь вопрос. Мне бы в Оксай просто, если уж ехать, надо все дела там сразу перепланировать, чтобы успеть. Я видел, да, я приеду обязательно. Конечно. Спасибо. Спасибо. Не, ну отопление две штуки, это, конечно, просто, да? Перебор, ребята. Так, ну слушаем песняров. Определенно не Элвис прислал. Эх, песниры-то! Хорошо на душе. Пробуем активно центр занять. Я этого дебюта не знаю совершенно. Так, напал. Всерьез напал. Ладно, так играем. Просто развиваемся куда-то, я пока не знаю. Быть может, если б среди них не заметил пригоды, странной монашки, которой, пожалуй, не больше 17 миновало. Черные очи, брови густые. Аве Мария. Даже по трауру тканью черной стану угадывался непокорный, ножки, которые на карнавале, все как бы, наверное, очаровали. Давайте так. Так. На кресте смотрят набожным взглядом, на эти брови молиться бы надо. Неужто, монашка, тебе не ясно? Губишь ты молодость понапрасну. Смуглые руки, груди тугие. Так. Разочек отправим товарища. Разочек так. Разочек так. Так сыграли. Так, хода слон c6 я не видел, если честно. А что если ему качество слить? Что если я тут возьму? Теперь он вынужден слоном отойти, и у меня сильнейшая проходная будет. Просто жесточайше сильная проходная на c3. Мне нравится. Вопрос еще, куда он слоном собирается отскакивать. Так. Пошел. Не знаю. Да, слон плохой, но на c3 это такая компенсация жесткая.
Сейчас коня как-то выведем. И попробуй меня здесь прими. Так. Конь пойдет сейчас. Ой, пойдет конь. А если я просто пойду... Так, у меня нет чистого качества, но сильная проходная. Сильная проходная и линия занята, да? То есть попробуй меня здесь. Попробуй меня здесь прими. Шаха мы не боимся, мы играем слон f8. Слон f8. Дальше чё? А я сейчас просто c2 сыграю и все. Ох, опять глаза зарезала мань ко мне. Тут пространство тоже не даем. Ни к чему оно нам. Здорово. Ни к чему оно нам тут пространство-то. Ну, вроде компенсация есть. Я сейчас просто c2 хочу сыграть. А вообще губа в борще. По-моему, вот сильный ход. Вот. Очень сильный ход. Слона мы просто сейчас сильного размениваем. А может быть и не слона. Нет, слона мы все-таки размениваем сильного. Теперь играем так. И потихонечку сейчас будем заходить c2. c2. Все вроде друг друга защищает. Конечно, молодец, он дал мне 58 шахов ферзем. За это ему честь и хвала. Не хочется белые поля ослаблять, если честно. С другой стороны, если я сыграю король g6, он там f4 какой-то неприятный следует. Ну вот, шахов больше нет. c2 может сразу сыграть. Итак. Здесь надо внимательно все посчитать. Только давайте мы разочек. Разочек на Е2 откушаем. Можем еще где-нибудь откушать, если дадут. В принципе, мы не гордые, как говорится. c2 мы всегда пойти успеем. Я вот думаю, перекрышечка слон c7. Но потому что вот ферзь перегружен, возможно. c2, c2, c2. Ну давайте c2.
мы отняли кучу полей вроде. Мы хотим сыграть либо слон b4, наверное, слон b4, либо слон c7. Слон b4. Вот, а дальше мы хотим сыграть ладья c1. А он тут будет мне шахи выдавать, да? А не будет. Нет, будет, да? Тогда ферзь d7, шах. Неприятно. Шахи-то кончились. Или не кончились? Ладно, так сыграл. Ничью хочет, понимаете? В сокольнике он, гад, рвется. Сокольники он, гад, рвется. А если так? Так, ладно, пока так сыграл. Оп! И шахов нету. Сука, шахи есть все-таки, да? Один шах остался. Ну, короче, он будет тут вечным шахом геморроить мне мозги. Так, а что если так сыграть? Но даже если он разменяется, понимаете, я эту пешку уже никак не продвину. Ладно, ничья. Мне кажется, здесь ничья. Не нужно было играть, там есть где спрятаться. Нет, там нет, не было где спрятаться. К сожалению, он меня везде ферзем доставал. Отрезая по белым полям. Белые поля слишком слабые были, можно было. Так, поехали. Зачем отдавать ладью? Что это вы удумали? Казенных ладей разбазариваете меня тут. Чужими ладьями легко разбрасываться, да? Блин, у меня же был рейтинг 1800. Как так-то? Как я скатился? Это просто кошмар. Ого. Видали, что? Творят-то покойнички. А если так? Манечка, будь здорова. Давайте... Нет. Ну. Да, давайте попробуем. Я не пробовал никогда такой вариант. На e4 не идет, потому что слон повис. Повисло коромысло. На опять, если он отступит, просто b4 получит сразу. Сходу. Так, вот сейчас повисло, да? Или не повисло? b4. Тогда он с шахом отдает. Рискнем. Ну, слон f2, король f2, конь e4, король g1 и вроде все, да?
кого брать? Я вот думаю, ну надо слона, наверное, разочек зацентралиться. Пока так. Ну, пока неплохо. Стоим, развиваемся, улыбаемся, рокировали. Что-то куда-то, где-то слона чернопольного нет. Связочка будет хорошая. Ну, а 6 же 5 же он не будет играть. Конь А4. Связочка вроде хорошая стоит. В любом случае, коню нужно куда-то отскакивать, потому что я и F4 хочу дальше маневр провести где-то. Коня на F5 водрузим, у нас будет по преимуществу. Здесь слону отходить некуда, поэтому мы его просто забираем и водружаем коня на F5. Вообще, конь на F5 это достояние нации, в принципе, мне А. А нам его тут же сгоняют, да? G4 может сыграть. Ну, это мало что дает. Ну ладно, чё. Вперед, поехали на пешечке. Ну, здесь тяжелофигурный эндшпиль. Усыпляет нас немножечко здесь игра. Завоевали черные пространства на королевском фланге, но пока вроде бы держатся. Посмотрим. Никого никуда не пускаем, усиливаем пока игру. Так. Вот у него король открытый. Сейчас попробуем сделать хитрый ход. Хитрый ход. Он все видит. А, так. Сейчас тоже хитрый ход заключается в том, что ладья подвисла. И здесь уже можно опять играть. Где-то мы по линии Б его должны выдавить. Ну что, надо сейчас играть. Потом-то будет поздно. И если сыграть ладья Б8, то А6, и ладья оказывается в комичной ситуации, а он этого не увидел. Это победа, потому что просто ладье деваться некуда. Посмотрите, свои 4 фигуры заперли ладью, и пешка ее убила по-рабоче-крестьянски. Хорошо, найфу обязательно. И пешка ее убила. Забавно. Не увидел он этот момент. Ну, здесь уже, как говорится, поздно пить боржоми с лишней ладьей, ребят. Надо еще выиграть. Ну, можно так, кстати, подрывать спокойно. Дело в том, что Е5-то с шахом берется. О, хорошо-то как!
Король вроде в безопасности. Здесь шахом и вроде... Тут, конечно, опасное такое пешечное. Пешечная кавалькада. Здесь еще одну пешку возьму. Так, можно, кстати, тут его еще пошаховать где-то. Можно вот так сыграть. И он идет во все тяжкие, да? Ну давайте попробуем пошаховать. Расслабляться-то еще рано, кстати, ребят. Надо еще грамотно его технически перекатать сюда. Давайте так, перекроемся просто. Уйдем от все-таки этой неприятной связки. И угрожаем взять ладью. Звука нет. Это что еще такое? Ферзь Е5, ладья С7. Вот здесь ты имеешь в виду? Вот здесь, наверное, нужно было мне играть. Ну да, ладья С7 хороший ход. Просто непонятно, куда идти ферзю. Да, мы выигрывали там раньше. Ну, а теперь тоже неплохо будет. Причем я же специально как-то искал, куда поставить ферзя, чтобы ладья С7 сыграть. Ну чё, Мухаммед, давай. Мухаммед что-то не собирается у нас заканчивать партию. Заснул. Come on. Я понимаю, что, конечно, это не невежливо предлагать ему сдаться, но здесь он действительно теряет время. То есть позиция не предполагает никакой контр-игры, она простая, как устройство Эвглена зеленой или Мозгобузовой. Здесь вот, если в той позиции, где я продолжил играть без фигуры, еще можно было потрепыхаться как-то. Потому что на доске было полно фигур, то он одним ферзем ничего не сделает. У меня проходная пешка. И сидит, рассказывает, где именно он отсосал. Ну да,
Там просто удачно так сложилось, что я на ферзевом фланге смог это провести атаку большинства пешечного. Ему не нужно было ставить тяжелые фигуры за эту пешку, потому что я там строился и подорвал вовремя. Ну и все, а так. Привет, Вова. О, 85 человек смотрит внезапно. 38 на Твиче, вы шутите, что ли? На Твиче у нас реально 38? Неужели шахматы так нравятся народу? А я тут в Rocket League играю зачем-то. Ну, просто это бестактно. По-свински, я бы сказал. Ну, нажми сдаться, пускай там твой партнер следующую нажмет. Зачем он сейчас отнял у меня 2 минуты времени? Ну, это... С его стороны это было бестактно. Этого дебюта я, честно говоря, не знаю. Давайте так сыграем. Ну, просто играю по общим законам шахмат. Борюсь за центр. Что-то мне уже не нравится и слон здесь. Ну ладно, сыграю как сыграю. Куда-то в незнакомые дебри он меня отправил. Я все равно его завяжу здесь. А3. Оу, полегче, бро. Придется здесь размениваться, потому что он там дальше пешками наступал. Очень неприятно. Поэтому уходим от этого всего счастья. Пропустил я этот удар. Ну ладно, теперь я тоже так могу. Кстати, он может взять. Нет, не может. Блин, два слона это не шуточная история, ребята. Коню куда-то ходить надо. Пойди разберись, куда. Ладно. Давайте пока сюда с угрозой конь b3 как-то попробуем ладью запоймать. Конь e5 еще у него есть. Мы конь e4 можем сыграть и f6. В принципе, этого слона могу разменять в любой момент. Так, а вот то, что он мне отдал пункт c4, это, мне кажется, неправильно. Сейчас у меня кони разбегаются тут. Второй конь пошел. Лови их теперь. Какая-то тактика должна быть. Конь c3. Конь c3 сюда. Блин, не вижу тактики. Ладно, так сыграю. Конечно, тоже поле e5 ему отдал, но напрасно, кстати. Лошадь уходи, век воли не видать. Век мани не видать.
когда заканчивается? Не знаю, мы пока я стримлю. Люди подтянулись. Говорят, круто! Шахматы! Так, ну вскрыть ладью никогда не бывает вредно. Честно вам скажу. Ну. Придется сыграть так. Итак. Мне нравится моя позиция, учитывая, что я стоял хуже. Сейчас как-то через c2 нужно забираться. Слон d3, ладья c2. И на f2 подавливать, да, ребята? Слон d3. Манька, ну, зай. Ферзя пока мы не определяем. Бонни в шахматах, это что-то новенькое. Да ладно. Вполне себе старенькое. Так вот, я думаю, здесь нужно... Нет, здесь не нужно. Здесь нужно сыграть ладья c2, я думаю. И по белым полям. И по белым полям. По полям подсудимых. А он не видит, что ли? Он этого не видит, судя по всему. Ну, тогда привет. Пункт уже 2 передаю. Тогда пункт уже 2, большой и пламенный привет. Ну тут, честно говоря, стоит мат в два хода. Ладья g2, король h1, ладья h2, король g1, ладья c, g2. Мат. Ну давай мы тоже. Слава богу, этого хватило ума сдаться вовремя. Блин, ребят, если я... С Мананой Николаевной 10 минут. Блин, ну, а с другой стороны, нас на стриме первый раз за 500 лет 113 человек здесь, на Твиче 22. Эх. По-моему, тот же самый, да? А, нет, тут писалось бы, типа, одно очко у меня, 0 у него. Французская. Ненавижу французская. Ни за черных, ни за белых. Но вот играю. Ого! Че это? Первый раз с таким ходом сталкиваюсь. Ферзь h5 сразу хочется сыграть как-то. Давайте так сыграем. Ну. Фигово сыграл сейчас. Пешка защищена, ферзь h4, g3. Сейчас будем перевязывать его где-то, хотя как. Так. Слон под боем. А он все видит, ну пункт g5 у коня вроде есть. Слон хороший.
Что ж так запилить ему? Просто хочу в эндшпиль. Тем более он сам идет навстречу, разменивает плохого слона. Моего. Так, что теперь? Теперь играем на ограничения, хотя это пункт для коня мог быть. У меня на самом деле тут море планов, если честно. Сюда, сюда, сюда. B3 сыграем. Не хочу пускать коня, пока играем на ограничение. Так, за линию поборолись. Тут пока сгоняют нас. С этим конем надо что-то сделать. А вот это не план, ребят, случайно. Ладья c5, играем на ограничение, на ограничение. Пытаемся сдвоиться где-то. Так, тут пока все в порядке. Вот так. Вообще ничего не боишься, бро. Ну, давай, давай. А-а-а. Смотрите, какой. Чё творит-то? Вилочку хотел засадить мне. С ложечкой. Короля нужно подтягивать где-то уже. Ну, так играем пока. Слона нельзя раскрывать. Вот так вот он будет в безопасности, эта пешка. А так пойдет король. Куда пойдет король, большой секрет. И пойдем вперед. Пунь g6 мне еще дал. Правда, так дал, что особо ничего не сделать. Так, а вот это уже неприятно. А как защищать? Конь на c6 идет, и что делать? Того я не увидел.
Ладно, будем активизировать короля, нам просто больше ничего. Не поделать здесь. Пойдем гулять. Папашка пошел. А, все, и пришел папашка. Ну ладно. Тогда сюда коня. И на c5 пойду. Выуживать его. А этот конь через g6 попробует. Да нет, он не должен выиграть. Здесь позиция такая, что у меня... У него очень плохой слон. Не может с таким слоном реализовать эту пешку. В жизни не будет прорыва. Можно вообще сейчас попробовать крепость поставить. Бонича, бонича. Можно? Нескромный вопрос. Валяй его. Там пешка будет в безопасности. Может, коня вот сюда перевести, вот этого. Потому что на g6 ему делать нечего. Блин, слон такой дурак у него, конечно. Так. Тут все всех защищают. На c5-то ему делать особо нечего. Тут слон стоит и... Куда, в прорыв побежал? Ну все, ты здесь не прорываешься, бро. Здесь король не проходит. Слона мы уконтрапупили. Можно этого коня поставить все-таки на c5? Нет, пока никуда нельзя ставить никого. Пока стоим вот так. И этого все-таки поведем, да? Нет, этого нельзя, сейчас пешка висит. Вот этого поведем. Может вообще вот так сыграть? Опа! А мы пока типа такие стоим и ничего не хотим. c6, король. e3. Короче, если король сюда вот отойдет. Я хочу пешку просто эту зацепить. О! Есть план, кажется, есть план. А, или нет плана, не совсем понимаю. Куда он на c4 собрался?
Ого. Ого. Что творит? Что творит? Пешечка. А пешечка-то, как известно, не орешечка. Он тоже кое-что не видит. Так, эту пешку я всегда успею взять. Но возьму прямо сейчас. О, 56 секунд. Господи, я только сейчас увидел, ребят. Спасибо, что подсказали про время. Ёкс-макарёк. Так. Ну, вперед. Так, еще одна пешечка сейчас упадет. 47 секунд, играть быстро. Да вроде должно пройти все. Нет ничего. Дальше. Шах. Взял. Пошел. Пошел. Защитил, да, победа. Победа. Так, только надо сейчас грамотно сыграть. Королем он не догоняет, а две пешки даже ладью останавливают. X0R поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. О, спасибо большое, XOR. Так. Я не понимаю, что он хочет, поэтому просто поведу пешки вперед. Сдался. Я чемпион! Я чемпион! Нет, SMA, цейтнот это когда остается там 10 секунд, а позиция еще полна игры. Конь С3. Конь С3. Взял. Пока есть запасные ходы. Будет он бить пешку или нет? Ну, вот сейчас уже надо бить. Мне здесь ударить. Что два раза слоном, получается, пошел. Да, центр сдам, но он два раза слоном пошел. Может быть, это я сыграл слишком. Вычурно, что ли? Пешка слабая. Алло. А скажите, по поводу Нового года в Дубае, это правильно выпало или нет? Не, неправильно.
Так, читаю какую-то хрень, честно говоря, наиграл, теперь нужно как-то прорываться, что ли. Фигура не развита. Слова нужно как-то развивать. Ну, слава богу, что мне соперник помогает. процентов зарядки осталось. Бум 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 бум. А, что помогает? Пешка лишняя. Блин, пешка лишняя. Где-то я пешку проморгал. Ну ладно. Непонятно, как играть. Коня развиваем. Нельзя дать сыграть b4, иначе вообще будет все плохо. Так пока. Нам, к сожалению, центр не взорвать. У нас слон тупой. Понятно, что со слоном делать. Тут играет. Супер аккуратно. Попробуем через белые поля заехать. Пока не знаю, ребят, пока идей мало. Конь 5. Как бы он к нам тут не заехал. Но пока вроде нет. Конь 5. И конь на b3 как-то. Может быть, вы. Выберется. А, конь опять нельзя. Конь опять ферзь А4 просто. Перекрываю единственного защитника. И вроде никаких отскоков. Нет, да? Разменивать фигуры мне нельзя вот так, ну прям откровенно. Сюда, конь 5. Сюда отошел. Интересно, люди пришли посмотреть на шахматы, посмотреть шахматы на стрим, который называется Rocket League. Это прям нормально, мы так провожаем сезон в Rocket League, играя в шахматишки. Какую-нибудь атаку на короля. Непонятно, вот это безыдейно. Ладно. Я тоже безыдейный, если честно. Я сыграл сейчас. Так, долго не размышляем. Надо как-то подрывать центр, я думаю. Б3, конь Б3. Так, напал на пешку.
ослабил. Есть сильно черные поля. Теперь чернопольный слон у нас на вес золота. Будет в обороне отрабатывать. Ну что делать дальше? Он кто-то пойдет сюда в атаку. Давайте его разочек попросим. Слон c3. Давайте так. У меня идей пока нет. Не знаю, как атаковать его. Вот это он хорошо разменялся, соответственно, я сейчас могу как-то по центру, может быть, все-таки. Король h7, h6, король h7, ну, тогда мы пешку f7 не имеем права вообще двигать. Но мы попробуем это сделать. Король h7, попробуем на него подавить. Кстати, h5. Я понимаю, что на этого слона жалко смотреть, но что делать? А, он же 6. Король h7, ничего страшного. Ну, что он красиво стоит на g6. Но... Так. Так, сказал бедняк. Так. Сыпется. Слушайте, ребята, а что если так сыграть и попробовать поатаковать его? Правда, двум слонам нужен простор, но за пешку слон в принципе сюда выходит, здесь ладья. Сюда. Сюда. Ага. Он первый полез, да? Хорошо. Играем просто быстро.
Слон у него здесь стоит неудачно чернопольный, но у меня тоже никакой атаки и поблизости нет. Но может быть удастся как-то крепость, если он начнет встраиваться, я просто смогу слон Е7 сыграть. Ой, слон Е7, слон Е8 и H5. И... Хотя там же G4 будет страшнейший удар. Так, а он с другой стороны полез. Ну вот может быть сейчас это шанс. Если я белопольного слона водружу. Ага. А, нет, не получается. Вот зараза. Было близко. Так, здесь все слоны контролируют все. Напал. А куда он пойдет-то? Кажется, все-таки принял я парня. Бум-бум-бум-бум-бум. Просто дальше-то слон Е4. Ай, слон Е4 дальше. Дальше-то вот так вот будет все у нас с тобою. А, о! Блин, not fail. Хода F3 я просто не видел. Не нужно было так активно играть, конечно. Ну, теперь беда. Сейчас шах. Там начинает сдваиваться, встраиваться, свосьмеряиваться. Отрезал. Так, может быть здесь удастся как-то на ладью сыграть отрезанную. Мы же ее поймаем сейчас. Так. Просто сейчас будем гоняться за его ладьей. Допустим. Не зря я разменялся.
ну конечно, блин, ну ладно, надо было шах сначала давать, сдался. Не выдержал напряжение. Вот здесь шах. Там он куда-то уходит. Потом уже мы уходим. Шах надо было давать. Ну, хорошая игра, да. Я не могу все время выигрывать, ребят. Даже Корякин все время не выигрывает. А вы хотите, чтобы я? Ух, было напряженно. C4, ферзя. Неважно. Окей. Мы просто катаем, ребят. Чем больше катаем, тем лучше. Играли незнакомую позицию. Так. У меня тут есть лишний ход, судя по всему. Есть лишний ход. Ого! Ого, паренек побег. А плохого-то слона я разменяю. B2. Теперь нужно как-то центр вскрыть и пробить ему черепную коробку. Хотя он мне сам может эту черепную коробку пробить, если честно. Нужно как-то быстро вскрывать игру. Пока так. Ну, разменять этого слона нужно было. Может, завязать его?
Конечно, понимаю, что ферзь сейчас, мягко говоря, не самая лучшая фигурка у меня. Чувак очень быстро играет. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко-то, а? Как жестко он меня лупит-то, этот парень. Что делать? Тут он меня принял, конечно. Где ж там я ошибся? Что такое? А, это трек заказали. Не анафт. Вы что там, обалдели? Уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спецотделе. Вот прекрасно, ты не полетишь. Но учти, что шифер очень ярок. Даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ничего, я тоже не подарок. У меня в запасе ход конем. Ах, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои. Ох, резные расписные деревянные ладьи. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. Тылы и центр, не беспокойся, а играй по краю напрямик. Я налег на бег на 100-метровки, в бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки, словом, после этой подготовки я его без мата задавлю. Только были бы ладони абсолютно не больны. Ох, вы, кони мои, кони, ах, вы, милые слоны. Не скажу, чтоб было без задоры, сплетни, анонимки и звонки. Я всем этим только раззадорен, только зачесались кулаки. Мне сказали, все, тебе баранка. Шифер может левой ногой с шахматной машиной Капабланка. Сам он вроде заводного танка. Ничего, я тоже заводной. Будет тихо все и глухо, а на всякий там цейтнот существует сила духа. И
красивый оберкон. Не спеши, и главное не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ближний бой не лезь, работай в корпус. Помни, что коронный твой прямой. Кони имеют возможность очень неплохо так скакать. Вообще, по-хорошему... Сыграл. Преферанс бочкой на бильярде. Даль сказал, такой не подведет. Ох, рельеф мускулатуры. Мышцы сильные спины. Ах, вы легкие фигуры. Ох, вы кони да слоны. И в буфете для других закрыто. Повар успокоил, не робей. Да с таким прекрасным аппетитом ты проглотишь всех его коней. Так что вот, возьми с собой шампуры. Главное питание, старик. Но не ешь тяжелые фигуры. Для желудка те фигуры дуры. Вот слоны годятся на шашлык. Ох, мы крепкие орешки. Ах, увидел! Спать ложимся вроде пешки. Просыпаемся ферзем. Надо пешки просто провести и все. Он что, реально думает, что у него сильнее? Ну, пошли тоже. Блин, я... Да, раскатал. Сдался, да. Я же не увидел, что дальше ход этот пешки. Где-то я не доиграл здесь. Надо было... А, ну вот здесь я не увидел, что я не беру эту пешку. Вот здесь, конечно, надо было играть конь. Сюда вот переходил и держаться. Держался я здесь, держался 100%. Просто... Уже подустал немножко. Ну, там парень далеко пойдет. Он явно не на 1530 играет. Это 100%.
Поздравь меня, я Rising Star апнул. Красавчик. Как же так, а? А, блин, а я не C3 сыграл. Господи, я уже вообще ничего не вижу. Тут можно все что угодно играть. Пускай будет слон D3. Да, что-то я хрень какую-то сейчас наиграл. Я C3 хотел играть Гамбит Мора. Ну ладно, будем играть сицилианочку. Приняли нас, конечно, жестко. Ну ничего. F4 буду играть сейчас. И где-то там прорываться, не знаю где. Так, слон сюда. Нормально. Играем пока. Пока активно. Так. Угу. Это мне нрава. А, все, он сюда уже не пойдет конем. Давайте разочек. Здесь сыграем. Надо раскрывушку ему устраивать, пока он. Вот так вот, да? Пошел. Ферзя гонять мы не будем, но сейчас надо как-то поактивнее сыграть. Слон загореть, слона. Взял. Жертвовать пешку, да? Ладно, давайте. Так нельзя даже. Так, а если сюда? И D4 попытаться провести. D4. Кошка! Маш! Ушла что-то. Масик! Там Сэм тебя зовет. Говорит, мать! Так, ну, я не знаю. Я поиграю, наверное, такую позицию. Все-таки. Здесь мы со всеми удобствами. Заходим. Конь дурак. Пошел так. Так, это интересно.
На ограничение, только у него пешка слабая. Напал. Линия. Главное, что диагональ g1 h7 принадлежит мне. И я здесь могу его попрессовать. У меня фигуры развиты. Ну что, конь c5. Конь c5. Или надо было играть конь d4, пока не знаю. Конь отличный блокер. Ну и как бы слона сбить-то можно. Надо было конь d4 играть, да, и потом дальше f5. 5 был сильный ресурс. Мать, главное, чтобы вебка. Это иначе мой стрим станет очень популярным. Я бы сказал, мой стрим станет вообще убер популярным. Конь по центру угрожает. Да, он такой угрожун. Гроза морей и огородов, как говорится. А вот так. Ну как раз да и займемся тогда нашими делишками. Так. Все. Ладно, будем наступать на королевском. b6 он не может сыграть, пешка а6 под боем. g6. Ну тогда. g6. Ослабляются все поля. Сюда бы теперь ворваться как-то. Взял. Так, как же попасть туда теперь? Ладно. Пойдет спешка. У меня ладьи вместе играют, у него пока нет. Вот где-то здесь он должен погореть. Где-то здесь он должен погореть. Сейчас опасный момент. Вот как же лучше сделать? Там пешка в 4 продвинет, будет плохо. Слон сюда, ладья сюда.
Надо как-то сразу внедряться. Мне кажется. Е6 задвигать. Есть такой план. Есть такой план, ребята. Слон H6, ладья H7, ладья F7, и ничего нет вообще. А, тогда, слон H6, ладья F7, и тогда E6. Ну, ладья F6. Не даем королю пункт F7. Это важный момент. Это важный момент. Так, тут шахов никаких нет. Нет, тут никаких шахов нет. Слон отскакивает. Блин, тут что-то наиграл, да? Ну ладно, хер с ним, вторглись. Еще отдал одну. Сейчас шах. А он не видит. Че я наиграл? Ну я устал уже, сейчас буду заканчивать, ребят. Что наиграл, непонятно. Времени у него нет. Может, как-то по времени. Ну ладно, что, идем вперед, нам делать-то нечего больше. И мат. Да, ладья один мат. Красиво. Успел первым. Не видит мат. Вот это прикол. Могу я что-то еще здесь сделать? Ладно, ребят, все, поиграли сегодня, я устал, явно начал зевать уже жестко. Ну и вообще, вот именно за этого я шахматы и бросил. Зевки, зевки, зевки бесконечные.
Е6, конечно, был плохой ход. То есть надо было играть. Вообще, чуть раньше надо было сыграть, действительно, вот здесь. Вот так. Вот так, вот так. Ну, хотя здесь так. Видите, ничего нет. Ладно. Всем спасибо, ребят. До новых радостных. Запись залью. Пойду работать.